Сэр, взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Ну что, старушка, ты ведь с Тарсониса? Ты вела запись, когда напали зерги? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Менгска? Менгск, Арктур. Бывший офицер конфедерации. Гражданский геолого-разведчик. Основатель и предводитель террористической организации «Сыны Кархала». Статус «Преступник». Доступ к перехваченной передаче 0081-0086-Альфа. Говорит Дюк. Излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить все излучатели? Я, лейтенант. Что? Сначала конфедераты на Антиге, а теперь ты хочешь натравить зергов на целую планету? Это безумие! Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто! Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. С ума сойти. Ха. Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке. Да, неплохое начало. Всем приветушки, с вами как всегда я. И у нас есть новиночка от процессов. Итак, журнал Стэтмана, запись 2142. Кристалл все еще растет, и над ним образовалось поле антиматерии, гравитационная аномалия или, блин, неизвестный феномен, короче говоря. Подозреваю, что кристалл вытягивает энергию прямо из корабля, но не могу отследить, как он это делает. Его молекулярная структура настолько сложно-дифференциальна, что может сравниться со структурой живого организма. Созданная им замысловатая форма поддерживает прочность вещества, но при этом позволяет ему сохранять удивительную гибкость. Сплав, сделанный на основе вещества этого кристалла, мог бы стать совершенно ударопрочным. Итак, мы можем ускорить наших ребят или сделать их более прочными. Я их все-таки ускорю. Вот, потому что прочный, конечно, хорошо, но там особо ничего такого. А вот ускоренные они прикольные. Даже не верится. Запись все доказывает. Менгск, Тарсонис, все, что случилось. Что вы будете теперь делать? Расскажу людям. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок Доминиона должен узнать, на что способен их любимый император. Резонанс будет чудовищный. Всюду поднимутся восстания и бунты. Но ведь именно этого вы и добивались, да? Это только начало. Это только начало. Адъютант 2-3-4-6 включен. Круто. Так, ты у нас что-нибудь новенькое расскажешь? Так, скорость бегать, нет, ничего нового. Ладно, в арсенал. С ума сойти! Эти чокнутые наемники до сих пор гоняют на стервятниках. Чистой воды самоубийство даже в мирное время, а уж в наших условиях и подавно. Полегче, Свон. Стервятник спасал мою шкуру черт знает сколько раз. Так что не надо поливать грязью классическую модель. Классическую? Тоже мне. Конечно, хорош тот байк, который не взрывается под тобой, если отражатель заклинит или бак с радиоактивным топливом протечет. Но кому какое дело, классика это или нет? Шибко умный ты, Свон. Таких не любят. Паучья мина 52QDM. Паучьи мины являются одной из немногих сохранившихся наземных технологий. В последнее время от морпехов поступают частые жалобы на сбои в работе сенсоров распознавания свой-чужой, которыми оборудованы эти мины. В 2499 году кинокомпания Odyssey Film выпустила художественную голографическую картину «Минопаук 4. Смерть из-под земли». Продолжение киноэпопеи о паучьих минах, развившихся в себе искусственный интеллект,
и восставших против людей. Это был последний фильм этой серии. А жаль, могла бы получиться интересная штука. Так. Техника, пехота, база. База, база. Ускорение строительства. О-о-о, да. Вот это вот мы прям вот прокачиваем сразу же. Потому что это нам нужно. Нужно. Все, круто. На мостике нас никто не ждет. Жаль. Новости. Император. Многое было сказано и написано о трагедии на Тарсонисе. Например, в документальном фильме Тилосского «Рассвет империи» утверждается, что вы погубили Тарсонис ради свержения режима конфедерации. Я наслышан о подобных теориях. Но фактически произошло следующее. Зерги наводнили планету. И никакие силы не могли остановить их. Это был... черный день в нашей истории. Зерги напали именно на ту планету, где находилось правительство Конфедерации, которое вы так долго пытались свергнуть. В фильме говорится о том, что такое стечение обстоятельств слишком удачно, чтобы в него поверить. В тот день погибли миллионы людей. А вы говорите о слишком удачном стечении обстоятельств? Да. Я боролся со Старой Конфедерацией, но отнюдь не в личных целях. Когда меня попросили взять на себя бремя власти, я сделал это исключительно ради спасения человеческого рода. Итак, император расставил все точки над «и». Далее в программе. Аллергия зерглингов на лимонный сок. Бабушкины сказки или новое супероружие в войне за спасение человечества. Не знаю. Ладно, Тайкус, чувак. Джимми, а что у вас за история с Менгском? Вы вроде были корешами. Я думал, Менгск все изменит. Мы сражались бок о бок до самого Тарсониса, пока он окончательно не взорвался и не натравил на планету зергов. Терриган была против его плана, и он бросил ее на Тарсонисе. В общем, оказался сволочью похуже конфедератов. Да, умеешь ты подбирать себе друзей, Джимми. Это да. Наемники те еще жулики. Не то что повстанцы и пираты. Да, Джеймс? Ты знаешь, к кому обратиться? Естественно, знаю. Так, ну ладно, здесь я уже говорил, что эти ребята нам не нужны. Потом, может быть, сейчас пока нет в них смысла, по крайней мере, я этого смысла не вижу. Новая разработка. А, да? Я же его не купил, нет? Ну да, я купил. Все. Заходим обратно. Белшир, гавань. Волгала, засекреченный сельский центр. Так, Ксил. Мёбиусам нужно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали за ним команду специалистов, но пару дней назад те перестали выходить на связь. Думаю, им просто не повезло. Но мы все равно выбьем себе прибавку за вредность. Ну, естественно. Ладно, я думаю, пойдем на Ксил. Вот, собственно. Морг, а не планета. Все обитатели этих руин отдали Богу душу много миллионов лет назад. Перед тем, как связь пропала, разведкоманда Мёбиуса успела доложить об излучении, которое исходит вон от той каменной громады. Чтобы извлечь артефакт, ученые даже притащили... чумовую лазерную установку. Лазерную установку? Это не установка, а монстр какой-то.
Если в распоряжении разведкоманды была такая техника, боюсь предположить, что могло стать причиной их гибели. Думаю, скоро мы это узнаем, партнер. Это да. Будьте начеку. Мы не знаем, кто их убил. Начинаем с маленького недюжего отряда. Вооружен и опасен. Рыбы. Я уже заждался. Опять тираны-грабители. Священные тайны этого места не предназначены для чужаков. Вы заплатите за вторжение своими жизнями. Так, теперь мы знаем, что случилось с предыдущей экспедицией. Будет сделано! Окей! Есть, сэр! Стоять! Если мы сунемся к протосским пушкам, от нас мокрого места не останется. Свон, ты обещал осадные танки, где они? Не суетись, горячая твоя голова. Сейчас будут. Снимут эти пушки с безопасного расстояния. Отлично, отлично. Я доволен. Останется всего-то просто выждать момент и уничтожить. Жду не дожду! Эти осадные танки работают по старому принципу. В режиме осады бьют дальше и мощнее. Но в режиме осады они не могут передвигаться. Если захочешь их переместить, включи режим танка. Все ясно. Нужно установить танки на возвышенности. Они разнесут этого сталкера в клочья раньше, чем он дойдет до нас. Конечно, разнесут. Положись на меня! Кому навешать? Все понятно. Понятно! Прочь с дороги! Как-то так. Почему бы и нет? Смотрим, выманим. Давно бы так! Что за спешка? Выкладывай! Получим доступ к локальной сети базы фонда Мёбиуса. Расшифровка кодов безопасности. Передаю вам контроль над строениями базы. Зажигай! 174 гигаватта. Вся мощь солнца у нас в руках. Направляй эту штуку на ворота. И поехали. Установка в хорошем состоянии. Чтобы просверлить ворота, потребуется некоторое время. Но иного способа попасть в храм у нас нет. Сэр, Толдаримы мобилизуют войска для атаки. Организуем защитный периметр и обороняем установку, пока не доберемся до артефакта. Хорошо, что у нас есть осадные танки. Так. Что происходит? Ну, против есть протосов, работа, в принципе, бесполезно это немножко. Сколько, ну ладно. Куда стрелять? Говори громче! Я воронку делаю! Окружите установку бункерами и осадными танками. Если ее разрушат, нам никогда не добраться до артефакта. Да это и дураку понятно. Понял. Да, да. ТСМ готов. Так. Ладно, надо будет попробовать сейчас уничтожать этих ребят. 10 тысяч. 100. О, не 10, 100. ТСМ готов. Как же мне выживать-то здесь? Положись на меня! Сэр, я получил доступ к тому, что осталось от сенсорной сети Мёбиуса. Я загружу данные на карту, чтобы вы знали, чего ждать от Толдаримов. Давай, удиви меня! Задавим их интеллектом! Кому навешать? ТСМ готов! Ладно. Надеюсь, мне удастся это сделать до того, как они что-то сделают. ТСМ готов! Я уже заждался! Вас понял! Отлично. Приказы будут! Бегом марш!
усиливаем. Недостаточно минералов. База атакована. Вперед! Прочь с дороги! Хочу! Готов. Так, что у нас здесь есть? Установка должна уцелеть. А, первая дверь даже не пройдена. Так. Задавим их интеллектом. Поставим-ка мы вот так вот. Угу. Так, снизу отряд побыстрее идет. Надеюсь, успею. Выкладывай. Так, надо построить парочку. Заделаем. Недостаточно минералов. Требуются дополнительные хранилища. Угу. Сверху тоже решили отряд вывести. Где болит? Пристройка. Заверши. Требуется недостаточно минералов. Круто. Недостаточно минералов. Ни минералов недостаточно. Так. Это по мне. Быстренько. И разложимся там. ТСМ готов. Кто на новенького? Давайте, ребятишки, давайте. Шмаляйте. Улучшение завершено. Отлично. ТСМ готов. Недостаточно. О, новое успех. Улучшение. X2. Крутотенечко. ТСМ готов. Придется построить второе. Более того, что придется, происходит? Скорее всего, построить еще одну базу. Прочь с дороги! Задавим их интеллектом! Приказы будут? Вы посягнули на то, что испокон веков принадлежало богам. Правоверные не потерпят этого. Сэр. Это протосские архонты. Если они подойдут достаточно близко, наши люди не выстоят. Перевожу лазерный бур в режим ручного управления. Можете использовать его для уничтожения протосов. Слышали? Разворачивайте лазер. Так мы сможем отогнать талдаримов. Так. Дополнительный. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ну, вроде нормуль. Так, вот здесь-то возвышенности, блин, нет. И что мне там делать? Я воронку. Хреновенько. А, ты воронку будешь делать, здорово. А я что буду делать? Так, что у нас здесь? Понял. Будет сделано. Больно. Так. За твой база счет. Атакована. О-о-о-о. ТСМ готов. Как так-то? Кому наверх? Как так-то? Так-то, как-то? Есть, сэр. Я уже... Лазерный бур пробил внешний уровень защиты. Так. Хреновенько. Недостаточно минералов. Бегом, Ар! Приказы будут. ТСМ готов. Как это, так это, так это, как это? Да. Так, я думаю, вот так вот сделаем. Тревога.
Приближаются воздушные войска противника. Черт подери! Это не просто корабли, это транспорт! Сбивайте их лазером! Улучшение завершен. Требуются дополнительные хранилища. Вооружен и опасен! Что такое? Так, ну вроде более-менее отбиваемся пока. Здесь тоже на всякий случай поставим. Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные хранилища. Точняк. А после того, как мы построим хранилище, потребуется еще больше хранилищ. Минералов. За твой счет. Сэр, я обнаружил излучение от нескольких протосских реликвий. Я отметил их местоположение на вашей карте. Ну, если будет время, мы можем разнести хранилище лазером и забрать реликвии. Вот Стэтман обрадуется. Требуется дополнительные хранилища. Лазер, уничтожь, пожалуйста. Режим готов. База атакована. Танк на марше! Режим готов. Хочу! Что на новенького? Уже в пути! Положись на меня! Отбой! Места мало! Я воронку Упс. Делать будем! Ух, так, танк выжил. Хорошо. Я вот думаю построить еще парочку. Ура! Сверхурочные! Но даже не так, наверное. Одну вот здесь, одну вот тут. Чтоб танки тоже могли проезжать. Сколько можно сидеть без дела? Чего пугаешь? Так, строим. Требуются дополнительные хранилища. Есть. Требуются дополнительные хранилища. Я не ищу легких путей. Я легких путей Что не происходит? Ищу. Есть работенка. Понял. Точняк. Давай. База атакована. База атакована. Высылайте подмогу! Ауч. Брось дороги! Нет. Живи, бункер. Выкладывай. Полный вперед. Вооружен и опасен. Бункер, живи. Кому? Лазерный бур пробивает тепловой барьер главных врат. Еще бы. Давай, удиви меня! Аля, я уже заждался! Месторождение минералов выработано. Это... Так. Брось дороги! Вооружен и опасен! Задавим их... Кому навешать? Приказ получен! Приказы будут? Давай, удиви меня! Кто на новенького? Вооружен и опасен! Как-то так. Ладно, еще раз строим. Будет сделано!
Сэр, на подходе еще корабли. Нужно сбить их, иначе протосы высадятся прямо нам на головы. Режим готов. База атакована. ТСМ готов! Высылайте подмогу! Так, здесь опять меня разрушили. Есть работенка? Есть! Здесь нельзя строить! ТСМ готов! Что ж проблемки-то такие? А, ну кстати, у меня же есть теперь еще вот эти ребята. Вооружен и опасен! ТСМ готов! Давай, удиви меня! Приказы будут! Давай, разрушай последний этот. Здесь же нет ничего? ТСМ... Бегом, марш! Давай! Кому наверх? Полный вперед! ТСМ готов! Блин, хоть новенько. Пристройка. Брось! База атакована. Есть работенка. Точняк. База атакована. Проблема. Пристройка завершена. Ладно. Месторождение минералов выработано. База атакована. Пока шарики. Входит. Черт, раба жалко потерял. Есть работенка. Ну, в принципе, есть. Вот так вот можно неплохо сохранять все это дело. Задавим их интеллект. Кому навешать? Просто пехота. Давай, удиви меня. Просто много пехоты. Брось дороги! Отлично! База атакована. Требуется дополнительный. Здесь нельзя строить. Здесь вроде все не так нормально. Требуются дополнительные хранилища. Еще доп. Хранилище требуется. Что происходит? Требуются дополнительные хранилища. Здесь нельзя строить. Ну, строй доп. Хранилище, что я могу База сказать. Атакована. Приказ получен. Кому наверх? Давайте выдвигаемся в последнюю миссию. Выкладывай. Месторождение минералов выработано. Все понятно. Так. Давай, удиви меня. Тихонечко продвигаемся. Надеюсь, здесь никого особо не будет. Шаг-выстрел, это прям замечательно. Задавим их интеллектом. Вооружен и опасен. Приказы будут? Давно бы так. Я уже заждался. Требуются дополнительные хранилища. Говори громче. Покатили. Выкладывай. Да. Так. Требуются дополнительные хранилища. Здесь самая уязвимая точка на самом деле. Что такое? Давай, удиви. Требуй база. Тепловой барьер пробит. Лазерный бур сверлит внутреннее хранилище. Они хотят осквернить наследие богов. Убейте их. Выкладывай. Чем порадует? Брось дороги. Улучшение завершено. Так. Кого подлатать? Эй! Мне осталось, собственно, дождаться, пока здесь все будут мертвы. В принципе. Больше никаких проблем не должно быть. Что такое? Я воронку делать будем! Сколько можно сидеть?
Сюда летит еще одна эскадрилья. Протосы не собираются сдаваться. Держитесь, парни. Вооружен и опасен. А как вы хотели? Колоссы, ёпарсота. База атакована. Танк на марше! Давай, удивись! Бегом, марш! База атакована. Задавим их интеллектом! Что за спешка? Давай, удиви меня! Так. А кому навешать? Чем порадует? Ладно. Размещаем их вот сюда. Полный вперед! Что такое? Приказы будут? Месторождение минералов выработано. Вооружен и опасен. В принципе, ребятки неплохо стреляют. База атакована. Вчетвером они прям замечательно все это зачищают. Веспеновый гейзер иссяк. Выкладывай. Жесть какая. База атакована. Что на новенького? Да, ребят, идите-ка вот сюда, вот просто чините здесь все. Вооружен и опасен. Кому навешать? Ну, как-то замечательно все это проходит, только я вот здесь вот, видимо, не взял артефакт. Ребята, скорее всего, погибнут, но... Приказ получен! Что поделать? Кто-нибудь, как-нибудь, с кем-нибудь это могло всегда случиться. Поэтому тут не угадаешь. Прочь с дороги! Давай, удиви меня! Па-п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 а-
В принципе, все нормально. Проблем никаких нет. Нужно призывать кучу пехотинцев. Задавим их интеллект. Приказы будут. Я думаю, можно было бы построить на самом деле. Что? А? Завод? Будет. Точнее, не завод, а стрелять. Лабораторию завода, скажем так. Так, отлично, они пошли на самую хреновую для них местность. Тут сейчас таких люлей надают, конечно. Моим, правда, ребятам тоже попало, но не настолько сильно. Понял. В кого стрелять? Улучшение завершено. Как-то так. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Ребята отлично справляются, я вам скажу. Веспеновый гейзер иссяк. В принципе. Кому наверх? Кого стрелять? Особо-то и смысла нету больше защищаться или что-то делать. Все и так более-менее окей. Кого подлатать? Вооружен и опасен. Что у тебя на уме? Победа наша. Ну, ребята, так вот подвести сюда. Месторождение минералов выработано. Как-то так. Тем временем мы уже прожигаем последнюю дверь. Требуются дополнительные хранилища. Минус один колосенок.
Месторождение минералов выработано. База атакована. Нет, все хорошо. Обороняем, сжигаем дальше. Долгая миссия, чисто из-за того, что надо все это дело поджигать. Есть работенка. Есть, сэр. Что происходит? Такая просто орава. Мы идем вам помогать. Убивай всех. Ну, они почти справились. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. 3000 осталось. Внимание! Главные врата будут пробиты через несколько секунд. После этого вы сможете извлечь артефакт. Наш священный долг — остановить этих еретиков. Превратите их в пепел. Ну, вы зря решили на меня бежать так волнами. Это ваша была ошибка. Прощайте, ребят. Конец серии. База атакована. Сегодня ты победил, Джеймс Рейнер. Но эхо твоего святотатства еще долго будет сотрясать космос. Рано или поздно настанет час расплаты. Похоже, эти артефакты хит сезона, а, Тайкус? Какая разница? Главное получить с этого кредиты. Вот только если Талдаримы превратят нас в пар, наши доходы резко пойдут на убыль. Ну что ж, уничтожьте 50 строений процессов, задание большие раскопки на сложности ветеран. Я пока что это не сделал, но надеюсь, когда-нибудь в следующий раз этим займусь. А так, всем пока, удачи, с вами был, как всегда, я. Увидимся в следующей серии.